Курмарском районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. С подробностями Родион Архипов. Первое полугодие 2017 года Урмарский район завершил с хорошими показателями. Консолидированный бюджет района по доходам увеличился более чем на 10%. Внутренним резервом пополнения бюджета стало грамотное управление имуществом и земельными ресурсами, а также открытие новых производств и создание новых рабочих мест. Немалую роль в пополнении бюджета района играет потребительский рынок. Оборот розничной торговли крупных предприятий вырос почти на 10% и составил 244 миллиона рублей. При этом среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 10,5% и составила 18 623 рубля. Налоговые поступления во все уровни бюджетов выросли более чем на 12,5%. В районе практически завершена регистрация невостребованных земельных долей. 99% из них оформлено в собственность. На учет для получения земельных участков в собственность поставлено 165 многодетных семей. Более половины из них участками обеспечены. Одной из первоочередных задач администрации района и сельхозтоваропроизводителей остается увеличение посевных площадей за счет освоения необрабатываемых земель. Несмотря на достигнутые положительные результаты, в районе есть еще над чем поработать. Только совместными усилиями удастся достичь поставленных целей. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Арена Гавелян, Республика.